Вот мы снова пытаемся зайти на сайт администрации. Мы видим, как он открывается. Вот. Грузится. Я не знаю, сколько это продлится, потому что позавчера это длилось около получаса. То есть заходить бесполезно. У меня есть в памяти один телефон. Я попытаюсь по нему позвонить. Это администрация Иркутска. Я пытаюсь дозвониться уже несколько дней. Добрый день. Вы позвонили на горячую линию мэра города Иркутска. Пожалуйста, переведите телефонный аппарат в режим тонального набора. Если ваш вопрос касается отключения теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения или электроэнергии, нажмите 1. Если у вас иной вопрос, нажмите 0 или дождитесь ответа оператора. Шестнадцать 35 местного времени. К сожалению, в настоящий момент все операторы заняты. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим вас перезвонить позднее. Добрый день. Вы позвонили на горячую линию мэра города Иркутска. Пожалуйста, переведите телефонный аппарат в режим тонального набора. Если ваш вопрос касается отключения теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения или электроэнергии, нажмите 1. Если у вас иной вопрос, нажмите 0 или дождитесь ответа оператора. В настоящий момент все операторы заняты. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим вас перезвонить позднее. И это продолжается уже очень-очень долго. Как видите, я ничего не придумываю. Это уже другая линия, телефон-факс. Интересно, кто сейчас пользуется факсом? Еще один телефон. Единая диспетчерская служба. The number you have dialed is not correct. Неправильно набран номер. The number you have dialed is not correct. Это единая диспетчерская служба города Иркутска 520112. Еще раз набираем. Может, действительно, по ошибке как-то набрала не так.
Единая дежурно-диспетчерская. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, меня зовут Ольга Швец, я блогер. В данный момент разговор записывается, я веду блог в связи с наводнением в Иркутской области. В связи с наводнением. Ага. Да. Меня интересует такой вопрос. Существует ли какой-то единый штаб, либо координационный центр по этой проблеме? Вам нужно позвонить в Главное управление МЧС России по Иркутской области на телефон доверия. Или, я вижу этот телефон, я вижу его. 3-5-9. Да, я вижу, спасибо. Угу, пожалуйста. Проблема в том, что у людей пропали документы, что у людей пропали дома, все вещи, и каким образом МЧС к этому относится, это очень большой вопрос. Давайте выясним дальше. 1, 2, 3, 4, 5. Главного управления МЧС России по Иркутской области. Ваш разговор записывается. Просим вас вести диалог корректно. Телефон доверия, слушаю вас. Здравствуйте, я тоже хочу предупредить, что наш разговор записывается, и просьба не бросать трубку. Меня зовут Ольга Швец, я блогер, и в данный момент занимаюсь освещением проблемы наводнения в Иркутской области. Меня интересует такой вопрос. Существует ли какой-то единый штаб, либо координационный центр по решению проблем людей, которые попали в беду в связи со стихийным бедствием? Если да, то как связаться, кто главный и какими вопросами занимается? Вот запишите, пожалуйста, телефон горячей линии для пострадавших от наводнения при правительстве области. Говорите. 8 800 2665. Это бесплатный многоканальный, да? Да, это бесплатный телефон. Он почему не отображен на сайте администрации и на вашем сайте? Почему это выясняется только когда я звоню на телефон доверия в МЧС? Хотя наводнение и МЧС, мне, например, документы надо получить. Я бы никогда в жизни не додумалась позвонить в МЧС по поводу документов. Ну, вообще в СМИ такая информация выходила, не могу вам 100% Вы думаете, сказать. У людей в СМИ в наводнение была возможность читать газеты или смотреть телевизор, либо слушать радио? Я сейчас посмотрю на сайте правительства, есть ли эта информация. Я зашла на сайт администрации Иркутской области, там нет никакой кнопки СОС, там нет никакого баннера по потопу, там ничего нет. Виртуальная приемная сообщает об ошибке. Телефоны, которые там обозначены, по ним тоже невероятно сложно дозвониться. Это во-первых. Во-вторых, на сайт заходить приходится в среднем очень-очень долго. Вот, поэтому я сейчас просто занимаюсь этим вопросом, мне стало интересно. Я позвоню по телефону, который вы мне сообщили, и поговорю с ними. Спасибо большое. Угу, пожалуйста, до свидания.